Привет. Завтра у нашей Анюты день рождения. И я вот сижу, сейчас мне уже за ней надо ехать в школу, и я сижу и пакую ей подарки. Пакую подарки от нас, от бабушки с дедушкой, от крестной. Я купила вот такую бумагу, сейчас покажу. Вот такую в рулоне бумагу. И делаю это сама, потому что мне это больше нравится. Я не знаю, я на Новый год ей паковала подарки. И сейчас я делаю это не так красиво и не так эстетично, наверное, как сделают это девочки-профессионалы. Но я это делаю с любовью, потому что это мой ребенок. И я каждый подарок прилагаю максимум усилий, чтобы его запаковать. Вот у меня что получилось. Я наделала много таких маленьких разных подарков. Не сложила все в одну коробку, а в разные вот такие вот пакетики я купила. Там тоже анютки для ванны. Вот это купила. Тоже здесь блокнотик, крем. Она такое любит. И вот еще вот такую игрушку купила, но мне ее уже некуда запаковать. Я сейчас пойду поищу пакет. И я жду, еще сегодня вечером приедет девочка, которая будет, привезет огромную коробку, в которую мы это все сложим, закроем шарами, и привезет еще надувные шары. И я очень надеюсь, что Анюта будет счастлива. Все, вот девочка привезла вот такую коробку, на ней написано «Happy Birthday, Анюта». Привезла вот такую цифру 7. Ну, как вы поняли, да, у нас тема тролли. И розовый цвет, и вот такая вот розочка. Вот, а вот эти подарки не влезли в коробку. Мы их положим возле коробки. В коробке еще лежат шарики. Я сейчас не могу ее открыть, потому что они выпадут. А это шарики в школу для деток. Я их завтра в школу отвезу. Все, ждем завтрашнего дня. Анюта уже пришла со школы. Мама, ну когда уже завтра наступит? Доброе утро. Ну что, сегодня наступил день рождения Анюты. Я такая заспанная, потому что меня разбудила Анюта. Прям как по сценарию в мультике. Она первая проснулась. Вот бежит папа. Мы тут немного приболели, поэтому у нас масочный режим продолжается, чтобы не заразить ребенка. Мы берем букет цветов и идем ее звать, уже ждет. Подожди секунду. Не, воду не надо, пойдем. Это для школы шарить. Ну что, где ты? Спускайся. Давай. Наша именинница бежит. Давай, долетай. С днем рождения тебя. С днем рождения тебя! Куда? С днем рождения тебя! Паш. Сколько тебе сегодня лет? 7. Ты уже такая взрослая? Да. Ну что? Что будешь делать? А ну-ка залезай в коробку. Может тебя посадить? Да, посадите. А давай шарики достанем. Ласка. Ну что, может, ты будешь прям в коробке их? Вау. Полотенечко, Хайо и Кити. А это знаешь что? Это я тебе купила, чтобы волосы после ванной заматывать в такое полотенце, чтобы оно не спадало. Давай, следующий. Это крючки. Будешь вешать туда свои полотенца. А вот это что такое? Ну, как ты думаешь, что это? Блокнотик. Будем волосы твои закутывать. Нормально?
Смотрите, попробуем. Номер один пусть. Ну все, теперь будешь такая красивая. Буква А. Ага, кошелек. Анюта, а тут что? А тут. А тут тоже буква А. Покажи. Класс. Красивый кошелек. Папа, ну что помогай. Будешь ложить туда. А, это что такое? А, ну почитай, догадайся, что это? Это крем для рук. А, да. Папа сразу кошелек забрал. Так. Может, будешь там распаковывать внутри? Ну, давай. Какая огромная коробка. И что там? Первый. Такое. У меня такое было, там очки. Да, ну все, давай дальше смотри, потом будешь распаковывать. Это пилочка. А это книжка, будешь ты сама читать. Это специально для тебя мама купила. Большой шрифт здесь. Будешь читать. Платьюшко. А ну-ка покажи спереди. Это платьюшко домашнее с розочкой. Ну, в стиле троллей, понятное дело. Да? Класс. Ага. Ножку выкидаем. Давай. Нет. Следующий. А что там следующий? Хорошо у тебя там в коробке? Хорошо, хорошо. Коробка для мусора? А это тебе от крестной. Крестная просила тебе передать подарок. Смотри, еще очки. А ну-ка. Красивая очень пилатушка. Это пижамка, наверное, крестная говорила. А книжка покажи какая. Атлас, видишь? Известных исследователей. Будешь учить, кто открыл Америку, откуда появилась Африка. Слышишь? Да, пижамка. Класс. Вот крестная. Молодец. Давай дальше. Вот у тебя тут нормально. Что, еще один остался? А, ты еще там нашла? За коробкой. И папа у нас в розовой футболке. Вау! Тоже там тролли, браслетики. А это книга про историю. Помнишь, ты меня просила, говорила, мама, мне так интересна история. Какая история? Ну, история мира. Откуда кто взялся, кто как жил. Прочитай, что написано. История. Вот, будешь учить историю. А ты видела там коробка с другой стороны, что да. Там? Что там нарисовано? Розочка, да? Розочка! Ой, и шарик с розочкой. И шарик с розочкой. Ой, и цифры все! Где написано Happy Birthday, Анюта? Ну вот видишь, молодец какая ты. Ну что, давай дальше открывать? Да. Давай, сегодня же твой день. Я! Видите, розочка. Да. И селёдка розовая. Да, как ты хотела, да? Вот такой шарик классный. Что, Мила, будешь помогать Анюте открывать подарки? Вот это точно надо помогать, она не откроет сама. Там он такой жесткий. А где он распаковывает? Ну, где-то здесь есть. Там такая штучка должна быть, которую надо потянуть. А тут нету. Тут не вижу. Должна быть. Вот. Вот она. Можно взять или ножницы? Смотри, смотри, я могу показать. Давайте. Вот, вот, вот. Легко, оказывается, распаковывать подарки. Да? И кто там? Вау! Кто там попался? Смотрите, у меня еще тут крылышко. Ничего себе, такие штучки.
Милашка, розовый. Угу, все как ты любишь. Налетай. Этот подарок просила тебе бабушка передать. Открывай. Носочки. Ну, бабушка же не могла не передать носочки, правильно? Это же бабушка. Все бабушки носочки передают. Да. Чтобы ножкам было тепло. Трусики. Да, трусики тоже. Одеялка. Это не одеялка, вскрой, пожалуйста. Это же что просила у бабушки пижамка. С дедушкой? Вот это у тебя пижамок. А? Вот это у тебя пижамок. Да. Бабушка все для тепла передала. Носочки, пижамку. Так, а ну посмотри, это то, что ты хотела или нет? А ну прочитай, что там написано. Trolls World Tour. A 16-month 2021 calendar. Ты же хотела календарь? А тут что? О-о, какой-то тролль. Какой-то тролль. Два тролля, розочка и титан. Ну, что-то там еще есть. Ну, смотри. Календарь настоящий? Да! Ого, теперь ты будешь знать все месяца и даты, сколько дней в месяц. А ну, покажи. Возьми в ручку, покажи мне так, чтобы было видно. Открываешь, и тут королева Рокс. Вот, да, у нас королева Рокс. Тут вот по месяцам. Да, знак твой. Ну что, давай еще один подарок, и будем готовить завтрак праздничный. Открываю. Давай, беги еще за одним подарком. А то тут я уже в конце комнаты. А это тебе еще от мамы с папой. Давай. Чтоб уже... Покажи, что там. То, что ты хотела или нет? Да, то, что я хотела. А что это? Домик троллей. Что эмоции, мне кажется, закончились уже. Слишком много подарков, наверное. Нет. Нет? Немного? Но ты довольна? Довольна! Тебе подарили все, что ты хотела? Да, два домика, это самое главное. Все, мы тебя еще раз поздравляем с днем рождения. Спасибо. Мы тебя очень-очень любим. Всегда будь счастливой, улыбчивой, здоровой, доброй, веселой, такой, как ты есть. Будь собой всегда. И такой же красивой и милой. А я хотела добавить, что у меня еще со школы будет гора подарков. Да, все, давай готовиться к школе. Да? Позавтракаем сейчас? Мы проснулись раньше времени, поэтому мы с тобой успеем сегодня в школу. Все, мы наконец-то выбрались в школу. Сегодня мы опаздываем, имениннице можно. Вот такой у нас снег. Такая красота. Все, побежала садиться в машину. Привезли наши сладости для школы. Я сейчас буду... О, вау, я в шоке, как это красиво и вкусно. Мы этих ребят заказывали в прошлом году торты, ну и сладости всякие, и в этом году заказали. Они просто бомбезные, они так все красиво упаковывают. Я сейчас все покажу вообще, просто у меня нет слов. Сейчас я заказала деткам каждому по сладости, то есть вот такая вот коробочка. Гляньте, как они упаковывают красиво, просто. То есть каждому будет такая упаковочка и прянички. А прянички все разные, а пряники это какое-то искусство, я не знаю. Вау, это Намилака называется фирма. Они кондитерская, они просто бомбезные. Там еще сейчас я тортик достану. В общем, все пряники разные. Вау, гляньте, какая розочка. Просто. Я думаю, что дети, Анюта вообще была бы сейчас в восторге. Эти коробочки не могу открыть, потому что, ну, они так упакованы. Если я открою, я сейчас пересчитаю, сколько там. Если есть лишнее, то я покажу. Сейчас я буду складывать все деткам по пакетикам. Вот мы купили с Анютой в Дубае вот такие вот пакеты. Я сейчас каждый пакетик сложу деткам сладости и отвезу их в школу. Класс. Смотрите, какой шедевр.
Я не знаю, искусство, прям кушать жалко. Вообще просто. Просто красота, я не знаю. Даже какой бы я выбрала из этих пряников себе. Вообще. Разные, разноцветные. Просто супер. Я даже не знаю, как детям складывать. Кому какой пряник. Я просто запуталась. Вообще класс. Все, я раскладываю. Помещается как раз вот в этот пакетик. Вот так вот положить туда. Коробочку со сладостью. И сверху будет пряничек. Все, я раскладываю. Мне нужно разложить целых 18 или 17 наборов. Но я сделаю 18 на всякий случай. Вдруг еще кто-то придет. Все, вот я сложила 18 пакетов. Вот в каждом пакетике пряник и коробочка. Пряники всем разные ложила. Кто что будет выбирать. И вот осталась одна коробочка. Мне самой интересно, что же там внутри. Сейчас откроем ее и посмотрим. Вау, вот это красота и вкуснятина. Это получается зефирка. А это такие эскимо на палочке, они их называют. Там внутри бисквит со сгущенкой. Вообще просто шедевр. Класс, все, я поехала в школу отвозить все. А вот такой у нас торт еще есть. Я сейчас поеду за Анютой в школу, ее ждет такой сюрприз. Я просто в восторге, я не знаю, как это назвать. Такие грибочки. Причем они из мастики, наверное. Анюта прям бредила мастикой. И вот она есть, радуга. А это прянички. Просто, ну просто ювелирная работа. Я просто, я уже девчонкам написала, которые нам это все делали, что это просто. Я вот хочу поставить вот такую вот табличку Happy Birthday. Даже не знаю, куда ее поставить. И свечка у нас еще есть. Мелоди. Такая у нас красивая свечка. Мы, кстати, ее в Дубае купили. Свечка принцессы. Или, ну да, принцессы, думаю. Так, ну свечку мы, наверное, поставим вот так. Оп. Так, а вот эту вот надпись куда, как ты думаешь? Вот так просто поставить Happy Birthday. Да? Будет красиво. Ой, не хочется красоту ломать. Все, вот так, Happy Birthday. Ну все, мне кажется, супер. Сейчас поеду за Анютой. Мы будем ее еще дубль 2 поздравлять. Посмотрим на ее реакцию. Все, поехала. Все, торжественный самый момент. Отжимаем наш торт. Я не знаю, два, может, ты возьмешь? Да? Давай. Это тяжелый, бери. У нас сегодня такой семейный праздник, нету гостей. Пойдем. Так. Сейчас, подожди. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Анюта. Happy birthday to you. Загадывай желание. Загадывай, загадывай, а потом будешь задувать. Давай, 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 загадывай. Подожди. О, с днем рождения! Давай, кусай тортик. Ну вот. Все, вкусный гриб? Мастика? Да. Все, на этой веселой ноте мы заканчиваем наш день рождения. Будем сейчас пить чай с вот этим вкусным тортом. Все, Манюсик, с днем рождения тебя. Спасибо. Еще раз. Давай, будь самой, самой счастливой. Вот будь всегда, вот как ты ешь сейчас, такой вкусный, чтобы у тебя такая жизнь была вкусная. Муа! Пока всем! Всем пока!